Сегодня Чувашия простилась с главным режиссером театра юного зрителя, заслуженным деятелем искусств Чувашии Иосифом Дмитриевым. Мне кажется, что я понимаю детей. 3 года назад в эфире национального телевидения мы обсуждали с Иосифом Дмитриевым особенности работы режиссера детского театра. И сегодня ни одно его слово не потеряло своей актуальности. О людях, работающих с детьми, поощрительно говорят. Он сам как ребенок. Иосиф Дмитриев Трер был взрослым, зрелым человеком, умеющим вести очень серьезные разговоры с детьми на простом и понятном им языке. Воспитание добротой, умение прощать, помочь, протянуть руку в трудную минуту. Как уложить конфликт с родителями? Паттерны такие, образцы мы даем, решение их проблем. Самый известный режиссер нашего ТЮЗа попал в детский театр случайно. К 1980 году он успел окончить актерский факультет Ленинградского института театра и кино, поработать в Чувашском драмтеатре и получить режиссерское образование в ГИТИСе. Однако все взрослые театры республики в тот момент в режиссерах не нуждались, а ТЮЗ принял с удовольствием. Любовь оказалась взаимной. Мне кажется, что я понимаю детей. Кажется, что я понимаю детей. И потому способ существования в спектакле я подсказываю такой, чтобы этот способ существования актеров на сцене, он был понятен зрительному залу.